объективно, вы сами видите, вся береговая линия стоит. Многие приняли решение, предприниматели, даже не перерегистрироваться, ну, заводиться. Насколько у меня, я владею данными, могу ошибаться, у нас было до перехода порядка 3500 зарегистрированных в городе физических и юридических лиц. Насколько у меня сейчас владею информацией, ну, может, она ошиблась или корректировала, порядка сейчас чуть больше 3500. А что в силах городских властей, чтобы это исправить? Ну, человек должен комфортную среду искать. Знаете, в чем самое главное, одна из бед, на мой взгляд? Придя в город, новое видение, мы думали, что в городе есть инструмент, чтобы нас самих же, ну, активировать. У нас сегодня город стал такой, что город сегодня производит продукции, только консервы еще работают. У нас до того, как было, пищевкусовая, молокозаводы, то есть мы сами себя кормили. У нас сегодня город, вот все, что мы с вами заработали, мы деньги даем поставщиков, из города все увозится. Плюс логистика транспортная остановилась, еще хуже стало. Последнее, что к нам в город заходит, это зарплаты моряков, которые еще, ну, за рубеж. И то проблема. И получается так, город в город, и плюс отсечена рыба. Ну, потому что Россия еще ее не понимает, ну, ту же хамсу, ну, где. И получилось так, что мы, город сегодня, с каких источников должны приходить ресурсы? Через продукцию, а потом через налоги в бюджет. Мы начали рассматривать, а ни одного продукта не стало. И проблема одна. Мы больше того подумали одно. Те коммунальные предприятия, которые были еще от советской власти, такие пивзаводы, все, мы подумали, хоть они остались в рамках границ, а мы найдем инвестора и отдадим разрушенное предприятие. А когда мы кинулись, они оказались все на вторичном рынке. И сегодня инвестор, он не хочет изначально с сетями заниматься, он готов привести, поставить модульные заводы, а когда мы еще нагрузка сети, он говорит, ну, мне неэффективно. И мы, когда начали обсматривать, что же принадлежит коммунальной собственности, ну, волос дыбом встал. Коммунальной собственности практически ничего.